Получается все. Так. А я убежим. Вообще похуй. Ну и дальше какая-нибудь триня упадет охуевшая. Кто там хочет на мейнов. Че, мы сейчас Фрею сразу, да, пойдем ебать? Ой. Конечно, сразу ебать. Пиздец. Когда еще? Осталось три босса, давайте потерпите, мы до четырех закроем и отдыхать. Ага. Триня ебать. Потом в кару пойдем. Хуя. Все ебало в тринях, нахуй. В Бухару пойдем. Бля. Все ебало в тринях. Пацаны, а связок-то надо кому триню на крит? Конечно. Все, конечно. На холика ПВП заберу, ебать. Хороший пояс. На холивара возьму. ММС капом РПБ собрать. Чисто устал. Я, бал, я короче, Юрчели даю МК, нахуй, эти шаманы непостоянные, нахуй. Ой, я его заролил? Нет, ты отказался. А, ну правильно, все, не нахуй. С чем хороший? Да вас хуй пойми, нахуй. Кто из вас по КД, блядь. Торикса запущу. Юрчелла постоянный, нахуй. В первом рейде ПВЕ больше стихийно. Ты Юрчелла банишь? Да-да-да, блядь. Ничего, тебе нужно на ДК или на... Или на сову? Я понял. Я, конечно, не эксперт, но, скорее всего, и успеем убить Фрею, успеем ведаться, я, наверное, уже пойду. Наверное. Все, да, брат, на радиус. Ну, мало того, что надо идти, это, ну, знаете, погулять нормально так, ну, спортом позаниматься, так еще и рейки скоро приезжают. Я думаю, они придут попозже. Ну, все правильно, все правильно. Бля, спорт нахуй, блядь, шо, ёмнус. Нормальный пацан. Что нахуй спорту, спортсменов где-то видишь, что ли? Сидеть хобби в рейде или пойти в баскетбол с пацанами погонять? Конечно, блядь, у тебя арты до 4, до 5 вообще, как минимум, блядь. 4 часа арты. Ну, типа, если успеем, то я доведаться, я потом, может, до тебя надо делать комнате или кого-то на хотели. Попало второго. Ебать, ты вообще... Ну, обычно, ну, нормальная гильдия, это называется ГБшечка в лицо. Типа, ну, там-то, в принципе, ох, мы все добрые сидим, такие... Но... Ну, я понимаю, что выступаю очень плохо, но просто... Ну, если типа... ты... Нет, просто послушай меня, если ты идешь на РТ, то будь готов сидеть до конца, чтобы не подводить людей. У тебя еще 24 секунды здесь сидят, как минимум. Вот. Я образно говорю, типа, окей, там в первом рейде, там... Нет, типа, я про то, что в 5 часов я уже пойду на гулять 100%, но это прям шутка, если уже успеем. Так мы до 5, мы раньше освободимся. Я просто боюсь того, что родители приедут раньше. А-а-а. Что? Ну ты предупреждай только в следующий раз заранее, что ты в Восток-то уходишь, например. Нет, так я сам не знал, что... Нет, так я про то, что думал, что... Я успею закрыть полностью, я просто не сказал, что приедет родители пораньше. Не, ну родители это святое, надо пацанам, мне кажется, простить на первый раз. Мой слайк. Пиздец. Вот это, блядь, ухмылка была. Ну а так-то, ну представь, если ты пацана не отпустишь, он, допустим, ну скажет, ладно, хуй с ним досижу, йога травит, все, родители приезжают, дают ему пизды, забирают комп на полгода, и что это будет? Это же неправильно будет. И вайб на йоге еще будет, потому что еще и вайб было. Будет, нахуй. Так что надо отпускать, блядь, в таких случаях. Но потом он просто будет сообщать нам. Потом постараюсь просто быть стабильнее, и все. Слышь, что, смотрит то Куплинова, блядь? Куплинова, понятно. А чё, блядь, тебе не нравится, блядь? Куплинов, ладно. Куплинов, а Куплинов? Ну, у него молиться должен, но... Не может, а Куплинов, Куплинов. Куплинов. Он, по-моему, сам всех там... Похуй, похуй, чё он там сам. Сегодня мы играем во что-нибудь. Я говорю Куплинов, значит Куплинов, нахуй. Чё, я не имею права. Я тебя сейчас замучу, еще расскажешь, Куплинов. А, ебать, Куплинов. Куплинов, ебать. Мут. Куплинов. Замуть его, пожалуйста, за Куплинова. Лол, ебать.
Челик сгорел. Ну это, видать, Купринова фанаты. Сань не любит. Вот видишь, мы сдетектили фаната Куплина. Я сейчас каждого замучу. А кто это говорит? Это летсплеер. Какой еще летсплеер, блядь? Я таких слов, блядь, не знаю. Не, не Куплинов, а летсплеер. А фиг дерево и хуярят у нас. Кто бревно, блядь, завалил? Ооо, ебать, а кто привел? Диван по танку. Это вот этот, кто Куплинова смотрит, нахуй. Куплинов летсплеер? Что? Давайте, блядь, Диман, дайте падать. Ну все, вот так и появляются погонялы. Давайте большой цветок хоть убьем, пацаны. Да, давай большой убьем. Ну. Куплинов. А чё за стан? А, на мне диван. Падаем, да, или что? Да, ну, конечно. Падайте, и, блядь, цветок бейте. Ну цветок-то добейте, блядь, уже. Добьют. Штуковую. Не, я к тому, что этот, какой-то у него кооператив появился. Просто кто-то Куплинов сказал, дерево тоже согрелось. Там Куплинов. Какой-то кооператив появился, угарный, я что-то включал пару раз. Какая-то... Чего вы убьете, умрите, вам с пульти какая-то плазмофобия. На этот челик бесить начинает. Нах, а в чем прикол на каждом боссе МК перекидывать на разных челов? Я не особо тоже. Братан, потому что я так хочу. Это киберспорт. Окей, без Б. Он выбирает. Выбираю, кто мне нравится. А чё, кто-то в начале инста, они бегут на месси. Выйти с инстаси. Не заходите, они побежали прямо в начало к вам. Ну, у нас же мастерец, зачем стоять, я же сказал. Я тело хуй стоит. Тебя, а не МК, будешь внизу меня списка, на. Месси где стоит? У входа стоит. А, сейчас он сдох. У какого входа, в оранжерею, что ли? Все, сдох, надолго бежит. Да твой кондёр, блядь, помойка. У пацанов лучше говорят. Так, вроде все выйдет. А чё у нас Слайк в диване, а никого не резает, нахуй? И он мобы, а ты выйдет сейчас? А они еще понял. Ну, шаману похуй, типа. Давай, поднимай. А кто вот этот шаман стихийный? Кто он у нас в основе? Бабладин. Бабладин. А у Юрчела кто это такой? Это Лок. Юрчел. Все, что о нем известно, блядь. Не, скорость. Чел, а чё завидовать кондёру, который файру, ну, ни туды, ни сюды, типа, блядь? Или как? Смотрите, у нас таймер какой-то есть, он. Час и 14 минут. И 20 секунд. До реса монстров. Мы должны успеть, да. А то возродятся монстры. Так, а мы по-любому не успеем. Давайте, ребафайтесь. Пристаба. Да откуда знать. Пахай, поехали. Блять, рейд видел, мы точно не успеем. А рыба будет? Рыба на боссе, да. Вообще, может, блядь, тут еще вебнитесь на трэш. Пристаба, да. Жуем. Давай, работай. Да ноль-ноль. А чё, осколки реально сами не упали, кстати, но? Походу, я думаю. Ебан, давай, ноль, файт. Ноль. Давай, вой, блять, вам, конечно, беговая вреда не хватает. Я был бы он здесь, и я посмотрел бы, бля, пиздили бы нам. Он вас всех быстренько бы заткнул. Ну он, видишь, он часто играть не может, поэтому так вот, блядь. Куда вы? Ну, пойдемте, пиздюков, забанить. Справа, справа, справа. Ёбаный рот, нахуй. Вы что, диоптрии протрите, нахуй. Миграция лемминга, блин. Просто там тоже чуваков можно забанить, они, видать, и дергали. Я не знаю, у меня просто жопа чесалась нахуй. Разбанить.
дрыгался, блядь. Давай, на оковах покайте, мне, блядь. На скиле, блядь. А у нас кто-нибудь в этой пачке Волонир собирает? Да, я собираю. Понял, блядь. Я? Ты там нахуй все собираешь, знаешь что, блядь? На Холивара, блядь. Нихуя ты не собираешься, блядь. Ну, гроза надо вывести. Да нахуя? Килы заебись. Это совинная, блядь. Ебать, натуре арбуз подействовал. Я сейчас эту овцу убиваю, нахуй, поссать буду. Ой, всем очень интересно быть. Да, да, блядь. Куплинова там вспоминаем, блядь. Это да, на. Под струйку, да? Но. Представляю его лицо прям максималочку. Как он это, флейплеит или как там геймплей, блядь. Я ж серый. А Димова будем убивать двоих? Нет? Нахуя? Они не пользуются. Я не пользуюсь, окей. Так, давайте на... Сейчас я с труба спекнусь. Жабы, пока... ты шаришь, да, когда напулить? На пиздюках, короче, сбегаемся. Все, в одну точку. На пулу сдаем и все рассасываемся. На маленьких не надо убегать. Ничего сдавать, а вот на трех мобах обязательно. Да, чтобы на трех мобах напуливаешь, когда. О, не на трех, точнее, а когда много мобов. Они меняют цель каждые 3 секунды, там похуй вообще. Не, вначале. Они просто бомжи сдадите. Только бомжи. 2 ДК есть, бомжи, они нормально держат. Так, по костам. Давайте, по костам. Вот ты позбиваешь грузовому, а по этому, по водному. Блять, шамана туда позбивай. Давай тогда Месси, ты шаришь у нас мало. Там есть кому позбивать, я, блядь, агро набираю. Да. Водяному тогда там будешь, главным. Кастему покикаешь. Вот, в принципе, все. Массакру на. Знаешь, туда эти по анонсу на этих. На мелких. Я тебя за анонс сейчас хочу. Если отойти от них. Хорошо. На 20 метров, там ничего не надо сделать. Да, терчи. Там тебе милики, которые, блядь, похуй. На игру вообще с нулевой. Месси. Ярчела, Ауга, Токсиген. Ярчела. Болит, что ли, какой? Ярчела, что не хватает тебе? Что-то не так, что не так? ФК? Арбуз тоже съел или что? Ярчела. Куплинова смотрит. Не думаю, что смотреть, блядь. Все, тут, давай, полетел. Давай, так. Давайте, не врубаем тупость, нахуй. Ренжи по хвостоплёту бьют. Напулили. Ой. Каст. Аккуратней там. Каст и стоп, хоть не забывайте. Дерево. Дерево сочинилось. Да, я прям про дерево думал сказать, как самое главное. Это до нового выбрать? А угой, кто б сомневался, на. Грозового убить. 3. Блять, ну съело меня дерево, ебаный урод. А уж убей меня, пожалуйста. Тут пидор большой меня съел. Кинту ему. А ты в него не бей. Дай тебе баб. Ты его разговор играть. Кинту ему дать? Конечно. Это умнее было, ебать. Боюсь, не поможешь. Дерево. Дерево съели? Быстрее по дереву. Кто за бомжей? Торнадо, сдай бомж. Да, он аккуратно. Чего зависит? Так, сдавай массакру. Нет, вообще. Всех нормально. Сдал. Пока массакру, сыпьте по ним, сыпьте. Ага, сыпьте. Все, точно не играйте. Жабы, не нравится. Бля, я чуть не откиснул. Бомже в следующий раз, дайте. Так, давайте, нечаянно по биполярному бы я. Биполярный. Не, меня выкинуло в меню вообще. А, стой, отмени. Бля, ты резнул? Блять.
печально. Бэра больше нет, да? Ну ладно. Ты что так справишься? Бля, пень ушастый. Вот, следующий мобы, ну, на следующий мобах ты даешь бомжи. Стоп-касс. Переводи под новый гриб, который растет маленький, вон рядом. Под дерево играем? Дерево. Дерево прям под грибом. 2000. Прям больше. Больше не хил. А это? Потеть. Стоим и ждем. Второй круг сейчас будет. 103 волны, парни, и стоп-касс. Сейчас мобы появляются. Я если маленький, сразу бомжи. Большое дерево, чилим. А пули играются. По большой, по мелке тогда, блядь, с нуля дадите им сам чуть-чуть этого АОЕ, а потом точечно играете. Дерево да, сыграли. Не надо АОЕ сыграть. Ёлку сыграли, быстрее в ёлку. Переводи под нового. Я тогда буду давать команду, будете стопать урон по мелке. Переводи там. Чтобы рейд за хилер успел. Под нового, вот это есть маленькая рейд сзади. Переводи под него. Не, его близко было, ну ладно. Забиваем дерево. Так, сейчас либо мелкий, либо три петуха выйдет. Че, еще две волны, да? Да. Кстати, бэров больше нет, но? Нету. Бля, сдали биполярного, который будет. Так, разбежали под босс. Дерево сыграли. Бомжи вызывай. У кого огонь взята аура? Массакр катилась? Я возьму. Нажмешь на. Да, есть массакр. Освободи ас. Давай массакр прям сейчас. Отдал. Нажимай ма. Отдал ма. Все, точно играть. Ума закончилась. Все отлично. Стоп-касс. Что-то, блядь, где-то нахуй не так. Чуть-чуть постопайте опять. Что, добивайте там один хриплет остался. Сейчас три моба выходит, не суетитесь, добивайте. Я знаю, где еще один хриплет. Мне очень интересно. Выходите. Сейчас будут мобы и стоп-касс. Акулерей. Милики, вы играете в грозового РДДшника, вот оплёка. Дух воды впивается. Ну, спасибо, что забрали. Братья, лучи не слакайте, убегайте сюда сразу. Игра в дерево и стоп-касс. Прискорбно. Ей стать хорошо. Дайте ребаф фул по шаманам. Там шаманы там умирали, вставали много. У грозового играется. Всех остальных убивается. Добивайте. Вера, давай. Базы. Встали вот и речки. Побежали энергия. Дерево свищи МФТ. Давай истерю. Корни. Я даю по КД фридом, когда есть. Дерево. Переводи стоп-касты и дерево. Дерево видите? Видит. Дерево убейте. Забер. Переводи. Перебежаем. Там корни есть аккуратнее. Стоят неактивно. Оп, ебать, полетел. Переводи немного дальше, тут бомбочек. Вставайте в линию, в чётку. Перешли. Переводи.
Да. Дерево сейчас играем, дерево после подкаст. В дерево игра. Быстро в дерево в сеть. Переводи. Да я вижу, что ты мне говоришь постоянно. Да ты, я еще людям говорят перебегать, только тебе. Ну, тогда перебегай, говорю. Перебегай. О! Да ты, я себя нубом чувствую, блин. Пришли. Дерево. Больше. Дерево собрались? Дерево больше дали. У, сука. Перешли. Все, на колени, сучка. О, шея. Поясов брать этих. Неплохая, да? Моба... А, там... Видите, мобов заливается. Все, парни, я все пошел, давайте. А это кто уходит? Это же... Это Рашам, которого привели родители. Трубадур? Да. Сейчас орать буду. А вы убили, да, ведь? А, все, убили. Все, парни, всем спасибо. Это... Понятно, за проходкой приходил. Да я вижу все, вижу. А что ты хочешь? Все, мне пора. Ну, я давай, буду давай. С вами на кару с вами ходить, алё, теперь. Давай, в следующий раз, надеюсь, будешь ходить рейды. Надеюсь, что это? Значит, кто шею выиграл? Все, спасибо, парни. Удачи. Пока. Степуш есть один такой у нас, или есть ГП ему надо. Идите, подходите сюда, хилите. Он мобов пошел лагрить. Надеюсь, он дальше. Иди чуть подальше, пожалуйста. Степуш где он? Степуш твой пошел, блядь, на прорыв нахуй. Сука. С этим такой. Степуш, блядь. Врывается в бабу, блядь. Ой, сука. Так, давай сейчас этот трэш убьем. И давайте 5 минут идите курить. Да, ну, пауза. Рекламная пауза. Рекламная пауза, блядь. Перерыв, пусть. Слово забыл. Идите. Моба такой туда по левой стороне, возле стеночки бегает, как того большого. Сагрики тут прошелся. Бета плечо берите. И сразу же, как только прибежали, на правую сторону бегите. Стоите, ждете, пока все раздупятся. Там идем фулл инс, вообще ни разу не стал вперед. Конечно, многие сами его себе делают в любой момент, как захотят. Зато меньше расслабляются. Когда без перерывов, меньше расслабляются. Да. Больше концентрации. Знаете уже жилище этих мобов, блядь. Что так долго? Да они вот сейчас как раз таки. Да вон, блядь, стоит нечаянно, нон-спид ролит. Да. Помогают там ребятам. Они Ларри Алхимика хотят спиздить просто. Это дальше бьем или что? Блядь, перекрыли? Да, давай. Еще вот этих ребят сливаем и паузу ставлю. По, блядь, перерыв на паузу. Тут в трэше лежит. Даггер. Даггер, ну укус. Это уже история. Нужен. Дох потом разрубит. Что кинематы кидают? Я
Так, все, полетели. Встали, там и ждете. Даю ДБМ. Брейк. Да. 5 минут. Писи, Каки. Таймер кончается, все должны быть уже на месте. Давайте. Конечно, спринта, блядь, бегут. Блядь, таксидент, тебе плохо, блядь? Че, Ауга готов выбивать? Кого готов выбивать? Уху, блядь. А, конечно, блядь. Да, бля, мне по факту сейчас такая. Как, блядь, нужна, но... Нужна, в общем. Не сянь. Что еще раз? Знакомый тебе алхимия. А, не... Я ж тебе давал лути. Что-то. Забирай. А вот этот Оуши, он новенький сова, да? Получается. Ну, так, у кого с собой тактический мех? Одна штука. А что хотел от совы? Да не, заебись, говорю, сова. Да. Посох ушел биполярно. Ну, вижу, что у него. Шаманы, кстати, нехуёвые тоже. Я не знаю, зачем он тогда ролил. Ну, кроме вот этого шамана аварии, блядь. Сова. Зачем я тебе пост? Если у тебя пиздатый. Славик. Да похуй, захотелось ему, ебать, посохом бегать. Не-не, Миш, тебе показалось там, чисто, блядь, иди покури, да. Проснись, ты обосрался. Миш, чекай, нахуй. Ты сейчас заходишь на хэпал, а у тебя нет Волонира, нахуй. Да пизделся называется. Блять, хотел что-нибудь напиздеть, но не придумал еще, сука. Ну это да, блять. Хотел напиздеть, правда, знаешь, типа там голду вместо Волонира этот обмен сейчас сделают. Не придумал. Мне еще. Кажется, он нахуй этот Волонир ни на какую голду не поменяет. А это в принудительном порядке, без его ведома. Хуя 5 минут быстро подтикают. Как я хули хотел. У Сани нахуй ДБМ багнутый. Время как вода нахуй. Ага, блядь. А нахуй вообще шмот ролить, если он потом будет неактуален? Ну да, нахуя тогда шмот ролит. С такой логикой можно, блядь, снять весь шмот и пойти в ЦЛК, блядь. Ну хуй ты чё убьёшь тогда? Угу. Не, ну можно попробовать там трэш одного костяного, блядь, убить моба. Толковый 25 человек. Да почему убьёшь, Слав, ты чё? Угу.
Видел я вайпы, блядь. Там хуловые, нахуй, в 290-м вайпаются на этом скелете. Ты говоришь, убить. Давай, чушь. Поставишь метки? Не, зачем? Я сейчас просто через тебя будем делать. Давай, я учу меня. Спускайся. Спускайся тоже. Короче, твоя задача пульнуть моба, я его затаунчу, ты нажмешь притвориться. И усе. Давай. А то давай. Я привет. Подождите. Сейчас я добегу. Сейчас собаку не уберу. Без пета, без ничего, просто стрельни. Готов? Да. Это не... Подождите, танка нет. Нажимай. Бей. А где тактики галактики, нахуй, есть? Свейдить мобов? Кроме одного. Да? Да, по одному мобу. Да, я... на БК так и делали. Давай, еще готов? Сколько у тебя КД? А, да, я готов, давай. Маунт есть. За таунт. Не работает, оп, оп. Не работает. Ну, так вам танк, получается, не нужен. Я... Ребята. Нет. Ты когда притвориться нажал? Мысли, блядь. Сразу. Тебе не надо сразу. Я должен затаунтить сначала. Этот мастрец есть у кого-то? Дайте этот самый вставалка. У нас шаманы есть, там дофлеш. Встану. Сами, я тоже сначала затаунтить. Ты затаунтил вроде. Не-не-не, я не сразу затаунтил. Блядь, я поломал, чтобы там поставить живость. Ладно, тренируемся, нормально. Давай, попытка номер два. Мастрест там будет, не вставайте. Давайте, полярный. Ну, ребят, дождите мастрест. Поставь жизнь только, пожалуйста. КД я ставил. Блядь. А есть у кого жизнь? Жумай, Синба. Только, блядь, никто не трогает трэшна, пока он, блядь, один не прибежит. Пробуем? Да, да. Давай, раз, два, три. Там, давай. Там. Вот этого моба грипайте еще. Грипните моба. Ну ладно. Ну или грип. Сделайте что-нибудь. Попов, убейте. Он кто-то решил по-другому. Что он видит? Он кастить начал, вейт, это уже кастит. Давай, я готов. Так же был? Да, пироманта вот это. Давай. Хуёв. Хуёво, ну? А, ты законтролишься. Шипните, шипните звёздочку. Шипните звёздочку. Бля. Ну шипните его. Во внимате стоим. Мага играет. Мага, который не работает, ну ладно. Не, я с кем-то ходил, он работал спокойно. Да он должен стрельнуть и притвориться мертвым, все. Какой нахуй таун? Я должен затаунтить его имя. Да нихуя. Там просто рейтинга надо. 3K на. 2500. Нихуя вас настолько что унизили, тупо, блин. Бля, ребят, есть у кого живс? Да вон стоит. Стоит, да, ага. Все, чините, сидите сразу. Давай агрим, моба. На арене нас ебать ебут. Они... Аниме ебём. Ну чё, скоро я на арену зайду, блядь, пизда всем нахуй. Ебать, прирейтинг будет. Так, а у тебя тоже во время арены клавиатуры нахуй летят? Не. Не? Только ебальники. Я обычно, да, я приезжаю, багажник сразу изнутри показываю. Да, мне тоже нравится эта шутка. Вы выиграли автомобиль. Бля, мы раньше показывали. Какая шутка. Про багажник. Не трогайте шамана никто, блядь. Где, кого пиздить? Моя бить. Кого? Бля, не успел чажнуться. А чё бой висит?
Так, ставлю рыбу. Давайте. Ставлю вам одну метку, ставлю. Ну, Мэтти, блядь, заряженный на типчик на БГТ. Нормально ее подальше поставить? Нормально. Все в кресте стоим, убегаемся направо от метки. А, эту, как она там называется, забыл. Метка Безликого выносит назад все. Будоносит. Славку здесь. С меткой Безликого никто не славку. Руну после босса берет. Ладно. Там, если, в принципе, ты сразу же среагируешь, даже без сапог можно без, на один тик вынести. Да, поставь ДК просто далеко и все. На него не кинется сопля. Так, давайте Арчена пудаю. На баф, кому чего не хватает. Просто поставь его в стенку куда-нибудь, да. Да, ближе к стенке поставишь. И босса спудишь, и, блядь, типа под педали, беги сразу. Мы на тебя напорим, если что, не волнуйся. Это, у меня такой вопрос. А что вы, милики, не хотите со мной пойти? Не-не, давай, блядь. Агрель. Да мы-то успеем. Мне это похуй. Ебать, там все, блядь, слил, нахуй, ружь, блядь. Каст? Какой каст? Который ты кикать должен. Ничего не должен. Подлетели. Метка, готовимся, Безликого. Ушли. А уж вынес. Хорошо, молодец. Ушли. Метка Безликого, 3 секунды, готовься. Ушли, Эйнар, Эйнар вынес. Выпадет пух. Ушли. Хуяси, что 34К? Метка Безликого, готовьтесь. Ушли. А, Энард опять понес. Просто Егорыч. Или не Егорыч, кто это? Ушли. А это Егорыч. Ебать. Лям нахуй бить. Ушли. Метка 6 секунд, готовься. Оксиген. И вынес сразу же. Поэтому, по-моему, сейчас нормально. Ну а куда ты женёк, блядь? Куда ты прибежал с меткой? Юрчела, юзай Роско. Ушли. Скоро сорони твою пуль. Готовься на пулю. Пробуем панты. Метка скоро. Холидес и сальву на токсиген. Ушли. Ушли. Энард опять вынес. Сейчас, секунду. Поэтому тебя любит, конечно. Нечаянно смотри за окно. Сразу не вливайтесь, сзади надо дать, а добро наоборот, человек. Ушли. Нажми пару ухода в тень.
Женек. На пол дали? Геру. Геру дало. То есть еще раз на пол. Ушли. Сейчас не слакаем с этим с двиганием. Вот мы за своей игрой. Метка, значит, 3. 2. Авария. Куда вы побежали? Стоите. Стоите, блядь. Бежали. Прожимайся. Ну ты мне прям гайд написал. Убежали. Ушли. Но спит метка. Хорош. А тут кто стоит, нахуй? Стоит там, блядь. Торнадо. Торнадо. Да. Побежал тут еще. Ушли. Ушли, 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 ушли. Играем. Босса добивайте. Ушли. А уша мягко. Ушли. Понял, ну тут не резается, браток. Ушли. Давай жезлом бей. Ушли. Энар. Ушли. Метка минута, секунда, блядь. А Юрчела. Ушли. Молодцы. О, пуха. Да нет, я смотрел. Говно. Пиздец, ауга, что за хуйня? Вот так вот. Не повезло. Бля, ну и говно упало, я ебал нас. Че, хэми будем дрочить? Ну, убивать его будем. Да, конечно, бля, несложно. Вон всяких вот этих вот, кто там, топ ДПСеров в комнату надо закинуть. А кто будет это убивать? Большой. Ну, большой, как-нибудь. Как-нибудь. Сейчас закину. Ну там челики шарящие, вон, Дока, Уга, блядь. Сейчас я распределю. Чё, врудак никому не нужен, точно, уверен. Но они рдру не одевают, блядь. Я бы бесплатно отдавал на хилов и танк. На успехе, челики. На Угу. Так, хил. Хуя я проебал аж 5 приоров. Похилишь тогда ребят в комнате? Егор, можешь, справишься? Чё, смотри, взять? Там какие классы будут, они ассистить могут, типа, а? его с миликами в одну сторону. Шаманы могут ассистить по себе. Жаба не был, да, в комнате ни разу? Там будешь бить.
Кто у нас там рудокоп? Ты полярным тоже, да, ни разу не был в комнате. Не собирали я. Да как не было? Ты чё, не был? Полярный был в комнате на их стороне, знаешь, что там делать? Ебать, ты гонишь, не кайся. Ладно, давайте шаристых ребят закину лучше. Док, на, забери это говнище, блядь. Я ошибся. Себя закину. И рекаунта. Рекаунт, заебись, там в мозг хуярит. Да. И себя, и все. Блядь, у нас 5 человек остаются на этом, блядь. А кто там хил? Эйнхард? Эйнар? Эйнар, да. Ну все, заебись. Ретрик там поассистит поварам, он их цепухой хильнет. А у тебя, смотри, все классы хилятся. Тебя да. Короче, смотрите, первая пати бежит налево в комнате, вторая пати бежит направо. Там, если что, по хпшке друида подсейвите ребятишек, накинете ходки, хуетки. Дискорд себе откройте, сейчас скину фотки.